Здравствуйте, товарищи, в эфире радио «Аврора». У микрофона Ульяна Максименко, режиссер эфира Михаил Симутов. В студии со мной Алексей Синелобов, кандидат исторических наук, преподаватель Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте, Павлович. Ульяна. Здравствуйте, наши уважаемые зрители «Аврора». Да, Наконец-то мы проводим с вами эфир. Вас все заждались, но майскими праздниками наши эфиры немножко прекратились, а теперь мы снова начинаем. Но прежде чем мы начнем с Алексеем Павловичем, я бы хотела сделать объявление. 25 мая в стенах информационного агентства «Аврора» пройдет авторский вечер Евгения Юрьевича Спицына. На этой встрече будет презентована его новая книга «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в 1945-1985 годы». Подробнее о мероприятии в ссылке в описании. Так, а мы продолжаем. Не, начинаем. Алексей Павлович, события мая были очень насыщенными. И я бы сегодня хотела поговорить о новом правительстве и перестановках. Что вы можете об этом сказать? Ну, последние дни очень много об этом говорят. Я в данном случае не претендую на какую-то глубокую аналитику. Я больше, наверное, с позиции обычного как бы гражданина думаю, что, как и у многих, давно уже исчезли все иллюзии. Причем потому что, ну, 30 лет вообще-то уже как бы ожидания все вот эти наивные. А потом, знаете, когда много иллюзий, очень много разочарований. И все вот эти обещания про создание великой России, про все вот эти вот вещи. Но, с другой стороны, с точки зрения процесса исторического, оно все достаточно закономерно. Дело в том, что в 90-е годы, когда формировался фундамент, собственно, нынешней России, все ключевые процессы, а ключевые процессы в истории всегда происходят вокруг власти и собственности. Всегда, какую бы эпоху вы ни взяли там, рабовладельческую, феодальную, неважно. Так вот, в 90-е годы эти процессы протекали исключительно в рамках такого по своему характеру бандитский воровской. И отсюда заложены вот эти вот фундаментальные вещи, они работают до сих пор. И поэтому было бы наивно, что сейчас вот вот вдруг -вот -вот раз вот и как-то вот оно изменится. Ведь именно в 90-е годы, смотрите, сложилось достаточно вот это жесткое деление, которое мы до сих пор наблюдаем, можем почувствовать. А мы они, да, потому что, ну, чиновники выше, они живут в другой совсем России, совсем другой стране. Это сформировалось именно тогда, да, что вот людям, народу им прожиточный минимум, а себе любимым наворованный максимум. И вот так оно дальше и развивается, они научились очень хитроумно снимать шкуры с населения, они научились очень хитроумно оптимизировать разного рода расходы, они научились очень-очень хитроумно выполнять все поручения президента только по телевизору, отчитываться, вот, и поэтому вот все вот эти вот перетурбации, которые сейчас происходят, ну, лично мне это как-то напоминает, на столбе мочала, начиная сначала, начиная сначала опять пилить бюджеты, и почему они так все радуются, почему они так все да, вот, э, чувствуют себя. Наш чиновник – это вообще какое-то такое не знаю, были ли когда-нибудь в истории России вот, подобного рода времена, ну, у нас много чего было там. Я сегодня часто буду делать перекличку, особенно с XIX веком, там очень много похожих зеркальных вещей. Но вот глядя на нынешних, я просто иногда, если честно, поражаюсь. Они вот даже когда выступают, у них даже иногда обида какая-то на людей. Чего вот вы дохнете? Чего вы, вы нам статистику портите? Нам с нести Владимир Владимировичу там, нам, мы уже дырки проделали для орденов, а вы нам, вот, вот, вот какие вот вы э, негодяи. И когда вот они выступают, какие-то там у них отчеты, складывается такое впечатление, что при сотворении мира Бог у них совет спрашивал. При этом ведь посмотришь, если на реальные дела, то ну пустое же, ну пустое же, ну вот абсолютно». И поэтому, когда вот сейчас вот аналитика пытаются объяснить, почему вот те или иные, которые все провалили, пошли на повышение, да, вот, ну, как вот так, ну, надо же, наверное, да, как-то, вот, ну, что тут сказать, понимаете, машина та же, и машина та же, и направление движения тоже, а какие-то отдельные части, да, вы можете поменять на новые, это даже лучше, она лучше поедет, но направление от этого не изменится. И поэтому ну, уже анонсировано, сейчас вот ждите, 20 мая начнут обсуждать налоговую реформу, да, я вам напомню, которая бабахнет в первую очередь по людям, которых почему-то они считают очень богатыми. Затронет повышение налогов людей, у которых годовой доход в миллион рублей. То есть, ну, это примерно где-то 84 тысячи в месяц, да. Мне, конечно, могут сказать, что у нас в провинции люди и таких денег не зарабатывают. Да, это ужасно, это нищета. Но согласитесь, что и 84 тысячи, особенно для, для семей, семейных, ну, это же просто, вот. И сейчас вот этот вот э, персонаж... Макаров в Думе, который уже на протяжении, я не знаю, какого времени все эти живодерские указы проводит, доказывает нам, что это необходимо, что это для нашей же пользы, вот, будет, наверное, вот это вот проталкивать. Дальше, ну, типично, традиционно, это и ЖКХ, и новые штрафы появятся, и объявили уже о повышении процента по ипотеке там, детям, да, для семей с детьми до 6 лет. Поэтому вот все это оголтело, и вот эти вот, они будут выполнять и дальше. Я сегодня много буду достаточно говорить об облике чиновника. Вот у нас сегодня этот облик, он очень сильно похож на облик 19 века. Да? Я не рассуждаю, я беру под козырек, я э, с честными глазами, с добрыми слезами, э, задрав штаны, бегу выполнять абсолютно все людоедские решения, которые мне э, скажет начальник. И в этой связи вот тоже интересная такая особенность обращает на себя: посмотреть, сколько в последнее время у них стало охраны, у мафии столько нет. А вот это почему? А вот это потому, что представьте, сколько они зла сделали людям. Вот, вот, сколько, да, вот, чтобы вот так вот, собственно, себя чистоколом таким огородить, но при этом как бы все в духе времени, все духоскрепно, икон целуют, президенту отчитываются, докладывают о победах, о достижениях, о цифриях, вот, и упрекают народ. Все время говорят, ну какие вы чумазы, вам не угодишь, мы же все для вас повышаем только, да, вот. Ну да, налоги повышаете, пенсионный возраст повышаете, везде все повышаете, делаете жизнь абсолютно-абсолютно какой-то, просто каким-то тяжелейшим испытанием. И отсюда вот все вот эти вот ожидания, вот, ну как это, я даже не знаю, новое, старое, да? новое старое правительство, новые старые майские указы, новые старые вот это вот. Поэтому у меня лично как бы тут нет никаких иллюзий. Вот. По отдельным персоналиям, там очень много да, говорилось о министре обороны, вот. Но ну, это специалисты, которые лучше знают эту область, здесь я из себя не буду корежить глубокого аналитика там, в военных делах, в экономических делах, вот. но на мой взгляд существенно, ну по крайней мере мы не наблюдаем никаких вещей, вот. у меня вообще закрадывается подозрение, что в 90-е годы у нас так и не сложилось в подлинном виде государства. Потому что, ведь, вы понимаете, государство ⁇ это ведь не только какие-то внешние символы. Государство ⁇ это ведь не только те или иные органы власти, да, которые вроде как формально существуют. Государство ⁇ это в первую очередь целенаправленные действия какие-то, направленные на выполнение конкретных каких-то четких задач, связанных с развитием, да, связанных с, э, со, с решением всех комплексных вопросов общественных вот. Но что-то как-то здесь в этой связи очень-очень все сводится к имитации. То есть очень-очень бурной деятельности, к очень-очень бурным каким-то выплескам, но на выходе мы видим результат это очень-очень скромный, какую там область не возьми, да, но при этом, опять же, вот, там уже говорили много по отдельным кандидатурам, я не буду повторяться, но люди, которые провалили все на протяжении лет, они даже получили повышение. Вот, вот как вот это можно представить? Это, это почему? И вот чем это? Значит, наверное, там наверху, в другом мире, да, в другой России, это все по другим каким-то принципам, да, а не по тем, по которым нам рассказывают там про законность, про конституционные все эти вещи, про, значит, вот разного рода а, другие дела. Так что лично я никаких больше иллюзий, ну надоело, вы понимаете, разочаровываться, потому что, ну, говорят вроде честно, искренне, открыто, а потом раз и опять на. Обманули, да, и, и вот уже тяжело достаточно на все на это смотреть и наблюдать. Так что вот лично я так вот, наверное, бы ответил. Спасибо большое. А, тогда есть еще один вопрос. В мае этого года, совсем недавно, Путин подписал указ о принципах исторического просвещения в России. Самое удивительное, что многие чиновники одобр одобрили этот указ и расценили его как. Возрождение идеологического дореволюционного принципа самодержавия православия ⁇ народность. Как это можно прокомментировать, что с этим делать? Ну да, я почитал это в 314, по-моему, номер указан 8 как раз-таки вышел. Там с какими-то вещами я могу согласиться. Например, там, где речь идет о том, что необходимо все-таки централизовывать образовательное пространство общее в рамках всей страны. Да? С этим я полностью согласен. Я также согласен с тем, что в рамках средней школы, конечно, не должно быть 150 разных учебников. Это абсолютно ни к чему. Это неправильно. Это вовсе не означает, что мы исключаем дискуссию по тем или иным да, каким-то вопросам. Нет, нет, нет. Но тем не менее какой-то все-таки общий да, общий, должен быть, конечно, для всех общее изложение. Но тут сразу возникает вопрос. Вот в указе там обозначена мотивация принятия. И она звучит так. Недружественные действия иностранных государств, которые отрицают или преуменьшают исторический вклад России – в развитии мировой цивилизации. Да? То есть речь идет о чем, что мы должны противостоять русофобии, вот этому, да, западному, вот, западному потоку вот этой лжи и так далее. Ну, еще, наверное, фальсификации Второй мировой войны ну, фактов. Мне просто. Да, да, да. Здесь, кстати, я тоже согласен с этим мотивом. Тоже согласен, я еще раз повторю, да, что русофобия всегда была Запада, всегда, во, во, все века. Она в разные рядилась одежды, причем независимо от того, какой у нас строй политический, кто у нас у власти находится, да. Но мне здесь интересно другое. Вот я не знаю, может быть, как бы Владимир Владимирович не сообщали об этом, ведь вместе одновременно, 8 числа, в школах прошла вот эта вот акция разговора о важном, и вместо главной темы 9 мая, День Победы, была заявлена какая-то такая непонятная какой-то День памяти, где-то там про мягкую игрушку, где-то там про еще, про свистульки, про какие-то. Вот мне интересно, это западные сатанисты сделали? Это, это вот они вот русофобы, да, вот вот заставили вот детям вот говорить это? Ну и другие какие-то вещи, понимаете, западные сатанисты, что ли, они тайно ночью закрывают мавзолей или там Ильина тащат, это вот они делают? То есть, понимаете, бороться с этим явлением нужно, но что вы выбираете в качестве борьбы? И тут Сразу возникает целый ряд вопросов. Очень многие чиновники из Равиева особенно, но ну, это контор Мединского, они стали действительно прыгать от радости и говорить, ну вот, наконец-то, вот, наконец-то, наконец-то вот это спасительное православие, самодержавие, народность, вот сейчас вот мы с помощью этого консолидируем наше общество и так далее. Но что такое православие, самодержавие, народность? Здесь я вынужден небольшой исторический экскурс делать, чтобы нашим зрителям было понятно. Теория официальной народности в качестве главной государственной идеологии Российской империи возникла уже в материалах следственного дела над декабристами. Однако... Окончательно ее выписывал, окончательно ее подал министр просвещения граф Сергей Семенович Уваров. Ну, наиболее ярко в докладе ноября 1833 года. Значит, что здесь э, самое главное? Во-первых, э, вот личность самого Уварова, она очень-очень напоминает нынешних. У нас вообще сегодня очень много что из э, царского времени. Причем, знаете, как э, такая забавная прослеживается закономерность, взяли всю гадость. Вот хоть что-нибудь хорошего бы взяли бы вот оттуда, да, вот, кстати говоря, э, я не отрицаю вклада Уварова именно в образование, он много чего сделал хорошего. И на посту, кстати говоря, президент Академии наук всегда отстаивал ученых, вот, вот это бы хотя бы взяли от него, нет, взяли именно это. А, вот. Он был абсолютно похож на нынешних чиновников. Это покорный слуга, покорный, но с, помо, с повадками очень высокомерного такого барина, вот такого, да, вот э, высокомерного. Всегда все выполнять. Причем, когда он пишет про это, православие, самодержавие, народность, вот как и у многих сегодня, они сами не разделяют эти идеи. И вот Уваров, ведь он тоже, по своим взглядам, ну, атеист может быть очень смело, но он вольнодумец абсолютный. То есть он вот, к православию, прямо скажем, не столь. Дальше, он вообще-то либерал. И он начинал как либерал по своим взглядам, и в Европах он нахватался, и знаменитый его кружок Арзамас, где там были Пушкин, будущие декабристы, ну, либерал. Но когда вот от власти понадобилось вот это по щелчку, как сегодня, да, все сразу забываем, Забываем все, это самое под козырек э, и поехали. Он, кстати, русские книги он читал, но в основном, как и многие тогда, писал по-французски, по-немецки. Типичная достаточно штука. Знал ли он народность, хороший вопрос. А цель, какова была цель тогда? Вот самое главное, чтобы э, прояснить, потому что это во многом пересекается и с сегодняшним, с нашим временем. Зачем это вытаскивают из пыльных шкафов? Тогда для монархии, для Николая Павловича, для окружения нужно было с помощью теории официальной народности противостоять европейским революционным идеям свобода, равенство, братство. То есть это антиподы. Антиподы. И они друг друга отрицают полностью. И отсюда вот это вот, 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 вот внедрение. Дальше. И тогда, и сейчас, везде, значит, из-под пера, пропагандистов, всех этих историков, значит, якобы, всегда пишут, что основной главной задачей является привить любовь к Отечеству. Не, Основной главной задачей – привить любовь к власти. Разница понятна, И тогда, и сейчас. И как он сам писал, нам нужно найти такую схему, чтобы найти огонь, который бы не жег, То есть с помощью этой триады воспитать верно подданных, да? которые не рассуждают, которые вот действуют, которые искренне. Сегодня это нужно почему? Но ну, это, опять же, в числе э, тех же, вот, э, о которых я уже сказал немножечко, понимаете, у народа еще в 90-е все материальное отобрали, поэтому готовы щедрые же отдать все духовное, вот, вот, держите, вот, вот держите вам вот, значит, вот традиции и все прочее. Но э, почему-то не обращают внимания на тот факт, что, а эта история показала, что вся Уваровская триада потерпела крах. Во-первых. Теперь, э, что возрождать вот сегодня, да, в 21 веке? Можно согласиться, что тогда при Николае Павловиче на какой-то период времени она выполнила свою задачу, да. Но у нас сейчас другие времена, 21 век. Вот православие. Замечательно, кто против-то? Но только вопрос здесь сразу возникает: а в современном мире ä, православие вам заменит науку, образование, производство? В современном мире. Вот в современном мире ваш православный олигарх Малафеев... Он вам э, заменит Королёва, Курчатова. Я думаю, что вряд ли, да? И поэтому тут, когда вы нажимаете на эти вещи, тут сразу неизбежно возникает целый ряд очень интересных вещей. Почему? Потому что наука, настоящая, подлинная с точки зрения прогресса и движения развития вперед, она не может существовать вместе с разгулом мракобесия, абскурантизма всей этой духоскрепности, всей этой магии, всей этой эзотерики, которая сегодня... Сегодня, кстати, эзотерику даже предлагают в высшей школе изучать, как курсы такие, да? Вот, скоро дух императора будут вызывать, вот, в красно-белом пьяницы соберутся и будут дух Ельцина вызывать, да, по пятницам вечером. Вот, то есть, это абсолютная, вы понимаете, деградация, абсолютно феодальная деградация. Дальше, что касается самодержавия, вот вы кричите про самодержавие. Но даже монархисты всегда знают и на это упирают, что в феврале 1917 года вообще-то Николая предали все. Но вы почему? Значит, наверное, что-то не так, да? Значит, наверное, как-то это вот тоже, наверное, надо об этом, собственно говоря, говорить. И понимать. Ну, а народность тут вообще в триаде Уарова это было самое вообще такое непонятное. Потому что народность это кто? Ну, в ту эпоху, я напомню, еще крепостное право, рабство на дворе. Людьми торгуют, людей в розницу продают. Бьют до смерти на обсарнях, да, э, гаремы везде у дворян-помещиков. Ну, сегодня, в принципе, в этом связи тоже какие-то мы нехорошие можем вещи наблюдать. И ипотечное рабство, да, и все прочие очень некрасивые вещи, нищета. Отчасти, кстати, эффект такой, об этом психологи, даже не психологи, а психиатры. Эффект бессмысленного существования. Люди с ума сходят, просто постепенно, сами не замечая. Ну вот оно, да, оно очень похоже достаточно, то, как вы это пытаетесь сделать. И, кстати, еще если по теме народности, и тогда об этом очень многие говорили, ну а сегодня вообще нажимают, прям будь здоров. А давайте мы расскажем, как на протяжении столетий царская власть, опираясь на авторитет церкви, давила, уничтожала, выжигала народную культуру, народные праздники, народное творчество. И как они на протяжении столетий держали народ в невежестве держали народ в кабачном пьянстве, все эти документы есть, И об этом, кстати, писали уже смелые ученые в 19 даже веке, я сейчас даже не говорю про советских, а то меня обвинят, да, что я так выборочно выбираю. Поэтому ну, люди должны понимать, что православие, самодержавие, народность, оно неизбежно означает не свободу, не равенство, не ни братство, нищету, оно означает войну. Вот что оно означает. Всегда. И еще есть один момент. Сегодня очень модно упирать на нравственность. Поэтому, как бы, ну, надо тогда по-честному, да? И про эту тему сказать. Она очень такая нехорошая, я не люблю к этим темам обращаться, если честно, но в контексте, поэтому не могу это обойти. Дело в том, что тогда в высших слоях элиты царской действовало целое лобби гомосексуалистов, которым принадлежало Уваров. Об этом есть источники, об этом есть свидетельства. Там многие, там имеем легион, э, и обер-прокурор Синода Голицын и так, так, так далее, и так далее, и так далее. И вообще-то вот именно эта вся братья погубила Пушкина. У нас обычно все сводят на Дантеса, да, на Францию, а фактически, именно вот эти вот. И поэтому, когда вы сегодня вот восторгаетесь, переписываете историю и делаете из этих деятелей великих государственных, вы об этом что будете писать, нет? Вы об этом будете упоминать, как некоторые там свои должности задницами получали. Напишите. Тогда, чтобы было честно, что такое вот по-настоящему тогда вот эта вот нравственность. Я думаю, что нет, не будут э, про это писать. Оно и тогда-то, собственно, э, об этом Пушкин, когда разворотился все это болото, ну вот они ему и ответили. Причем, знаете, что мне тоже вот перекличка времен. При Николае Палче все эти гомосексуализмы ⁇ это тяжелейшее преступление по законодательству. Но как тогда, так и сейчас законы, они же для чумазых, а там свои своих не бьют. Поэтому там это мало кого, собственно говоря, волновало. Так что, если вы внимательно и просто почитаете, погрузитесь даже вот в атмосферу тогдашних восприятий и воплощений всей этой теории, ну, я думаю, что вы поймете, вы поймете почему она тогда уже критиковалась умными людьми, и почему она тогда э, привела к краху и Крымской войне, и переосмыслению вообще ситуации, положения, и неизбежно привела, хотели они, не хотели, к великим реформам Александра II, То есть тут связь абсолютно логичная. И поэтому, когда вы говорите, что это нужно сегодня возродить, я не совсем понимаю, как с помощью этого отжившего вы собираетесь бороться с нынешними вызовами. То, что с ними нужно бороться, я согласен. То, что нужно консолидировать общество, я согласен, абсолютно правильно. Но с помощью этой отравы ничего у вас не получится. И, скорее всего, она используется абсолютно для другого. Она используется для сохранения вот этой вот олигархической машины, да, которая двигается дальше, чтобы всячески каким-то образом забетонировать, задухоскрепить, за, вот, зафиксировать всю вот эту вот ситуацию. Консерватизм вообще так всегда работает, понимаете, когда начинает очень сильно вонять, и когда ты не хочешь изменить кардинально, у тебя единственный шанс заморозить еще больше, да, вот максимально вот заморозить, чтобы это самое. Вот мне кажется, что вот по этому пути, вот такой вот путь, собственно говоря, они и выбирают. А отсюда реанимация очень многих вот таких вот отживших уже в истории, которые, ну, сегодня в 21 веке, не знаю, это очень-очень, мне кажется, глупо полагать, что они смогут как-то заново выполнить свою роль. К чему может привести вот э, эта реализация этой концепции? Ну а к чему? Современники об этом написали, к чему. Лобачевский вспоминал, да, в Казанском университете профессор математики на лекции, обязан был говорить. Цитирую. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения мира и любви через ходатай Господа Бога. Зачем? Ну зачем? Вот Лобачевский тогда уже над этим смеялся. Зачем? Вот зачем? Но это, ну, это не нужно. Оставьте это православным, настоящим. Зачем из этого делать комедию? Зачем это превращать в какой-то вот такой абскурантизм? Это же наносит вред, в первую очередь, самому православию. Но движемся по, вот, собственно говоря, этому пути. И все это с опорой якобы на вот это вот замечательное идейное обоснование. Да? Историю плохо учат, историю плохо знают. Не хотят абсолютно из нее ничего извлекать, каких-то опытов. У нас история настолько богатая, вы не представляете, все уже было. Все уже было. И просто нужно заглянуть, посмотреть. Но вот то, ч... вот понимаете, получается, то, от чего избавились в 1917 году, в 1991 году вернулось опять. Вот опять оно вернулось. И все вот эти вот монархизмы, духоскрепности, мракобесия, экстрасенсы, астрологи, там, по телевидению магии, ну, это очень яркий признак. Это очень яркий признак, во-первых, состояния психического вообще здоровья, общественного сознания. И чем меньше у вас науки, если у вас науки нет вообще, у вас никогда не будет ни экономики. В принципе. Потому что экономика ⁇ это наука во-первых, да, основанная, глубочайшая. То же самое во всех, во всех остальных а, областях жизни. Если вы будете вот этими вещами подменять, да, какие-то просвещенческие, образовательные вещи, и если вы будете контролировать с помощью вот такого вашего, ну, это я не знаю, на какое развитие будущее вы рассчитываете. Это деградация. Хотелось бы еще поднять тему консолидации общества. Сейчас многие чиновники еще говорят, что вот если мы не консолидируемся все, то не победим в борьбе с Западом. Так ли это так? Так ли это есть? Или все-таки тут дело в чем-то другом? А если все-таки нужна консолидация, то вокруг чего? Да. А вокруг чего она не нужна? Ну вот именно. Конечно, правильно. Конечно, правильно. Невозможно вступать в противодействие с Западом без консолидации. Безусловно. Тут кто будет спорить-то? Но, понимаете, методы просто разные. И те ценности, вокруг которых мы хотим вот, это вот, вот этой вот консолидации. Я, кстати, напомню, что ведь первое, тоже при Николае Павловиче впервые Шеврёв, по-моему, написал видный славянофил, публицист, кстати, очень интересный, очень умный дядька. Именно он впервые использовал понятие "гнилой Запад". Вот именно он Запад загнивает, да? Что Запад утратил духовность, что он движется к краху, что мы не должны, да, там повторять и так далее. Замечательно, кто ж против-то? Но Смотрите, как история разыграла эту драматургию. Потом начнется Крымская война, да, о которой я сказал. Она завершится страшным поражением России. И в общественном мнении начнется что-то невероятное. И будет признано официально, даже на страницах уже и журналов, и газет, что главная проблема – это наша внутренняя гниль. Понимаете, вот это вот самое главное. А нам сегодня пытаются подменить. Нам сегодня пытаются сказать, нет, 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 это, это вот, вот англичанка гадит. И мне кажется, что вот использование в таком виде, понимание в таком виде вот русофобии, да, я не отрицаю русофобию, но вот понимание в таком виде, оно дает возможность нынешней власти с помощью антизападной истерии вот этой вот подавлять свободное мнение в нашей стране, расправляться несогласными. Понимаете, укреплять э, свою вот эту вот олигархическую власть. Почему? Оно очевидно. Потому что все прекрасно знают, что у нас у нашей высшей элиты э, дети, бизнесы, дворцы, замки там. Ну, тогда как-то странно. Но мы, наверное, вряд ли можем себе представить, что в 1941 году у Сталина дети в Берлине, да, живут. Ну, наверное, вряд ли это самое а Сталин выступает с трибуны, да? Но сегодня вот это так. Ну, значит, наверное, что-то вы где-то вот. Почему так оно должно быть? И когда вот под этой, да, говорят, что вот, вот вы, вы повторяете западное, вы внутренние враги, да, вы расшатываете ситуацию, вы мешаете консолидации. Но это же что означает? Это же означает, в принципе, запрет вообще свободы как таковой. Вот про Пушкина я сказал, да, если вы памятника Пушкина видели, там у него что написано-то? В мой жестокий век вославил я свободу. Что, будем сносить-то? Но в те времена, там, при Николае Павловиче Петра Яковлевича Чадаева назвали сумасшедшим. Ну, если бы он сегодня подобную штуку бы написал, ну, сидел бы, наверное, бы уже. Знаете, о чем я говорю? То есть здесь абсолютно неверное абсолютно неверное понимание. Таким образом нельзя консолидировать. Нельзя. Абсолютно. Это не отрицать. Как это делать? Так это опять же в нашей истории было. В лучшие годы Советский Союз показал единственно возможное и правильное решение. Консолидация и противостояние всему этому западному. Для этого необходимо сделать свою страну сильной, независимой, самодостаточной, экономически развитой, образованной, научно-технологичной. И опыт-то чему нас учит? Великой Отечественной войны. Вот вам и весь Запад, и все эти бабки, все, все шло Гитлеру. Но тем не менее, почему-то, да, советское общество и советская страна выстояли. О чем это говорит? Потому что найден был верный, идейный ценностной, вот этот вот организующий, консолидирующий, то, что Советский Союз и Советский народ позволял сплотиться плечом к плечу, и как бы тяжело не было, победить самое страшное зло вообще в истории цивилизации. Вот оно. Но так же не делают сегодня. Почему? Не хотят, потому что, ну, мы же буржуйские. Мы же буржуйские, поэтому, поэтому не, нам так не надо. Но в итоге у них что получается? Вот опять же, у них получается так, как в 19 веке. Помните, Салтыков, Щедрин писал, что если э, власть завопила о патриотизме, значит, конец проворовалась. Ну, казенный патриотизм получается, не настоящий. Казенный. Потому что вы с экраном говорите одно... А потом, когда съемка завершилась, вы там деткам своим, там, Вашингтон, там, или куда там, где они там у вас сидят, да? то и все. А, и как вы хотите, чтобы она у вас работала, вокруг чего у вас люди будут консолидироваться? Ну, это нечестно просто. Ну, люди пусть консолидируются, а мы там это, как они думают. Вот так, да, вот, вот так они и думают. А почему? потому что, опять же, то, о чем я выше сказал, мы живем так, а вы живете так. Конституция для вас, для нас нет. У нас свои принципы, да, мы там сами это самое все решаем и э, все делаем. Потом, вот опять же, вот вы понимаете, пример всегда очень важен. Вот какой пример власть подает народу? Ну, народ же видит. И вот э, вспомните, кстати, на днях, да, вот, вот это, арестовали замминистра обороны. И адвокат, значит, принес четыре пакета с государственными наградами. Не видели фотку, нет? Там весь стол уставлен в этих коробочках. Вот это как? То есть, это, это что получается? У вас вместе существует э, награждать и воровать. Вот неразрывно они существуют. Но самое смешное, что это тоже было в Российской империи. Это тоже было в Российской империи, знаете, там был орден Святого Владимира, и на этом ордене две литеры С и В, и современники ржали, когда кого-то награждали, они это читали: "Смелей воруй", то есть получил. Вот все, вот еще раз говорю, вс всю вот эту гадость, которая там была, вот все оно сегодня воплощается. Но хоть что-нибудь хорошего там было много хорошего было в Российской империи, я не отрицаю. И люди были замечательные, и в науке, и потрясающие. Но хоть что-то вы хорошее это возьмите. Ну что ж вы всю самую гадость-то это самое оттуда-то берете. А что можно хорошего взять? Ну, вот. ну начнем с того, что э, там было много, я бы так сказал, патриотов своего дела. Угу. Это касается и врачей, например, которые они широко неизвестны, понимаете, но они без всякой материальной выгоды очень много лечили бедных искренне там было огромное количество замечательных ученых, которые были действительно э, пропитаны желанием принести своей стране славу понимаете сделать россию действительно лучше то есть нет нет там много было чего хорошего не нужно здесь это тоже неправильно вот как иногда у нас понимаете да э, пытаются все и вся очернить нет нет там много тоже было хорошего. Но опять же речь идет о том, что вы берете -то, вы самую, же эту самую, самую же гадость и пытаетесь каким-то образом ее воплотить. И поэтому вот этот вот сам принцип да, с 90-х годов у нас, ну, кто не своровал, тот дурак. Тут вот, вот, вот это самое. И вот тоже вот у меня вопрос. Сейчас нашу страну до сих пор защищают танки еще советского маршала Устинова. А где ваши арматы? А ответ прост. Мустинов ну, не воровал. Ну вот ты все. Да там его критикуют, что там он разорил советский бюджет, да, все в танки, все в вооружение. Но они до сих пор. Вот вот здесь ответ-то. И тут, когда мы поэтому говорим, как вот нам это, да, противостоять, тут нужно понять, что без внутренних каких-то очень серьезных изменений, причем качественных. И, кстати говоря, вот белоусов, если, да, новый министр обороны, мне вот это понравилось, его фраза заключительная, когда он в Совете Федерации, по-моему, выступал, да, что там, дословно не помню, но прозвучало как, что можно ошибаться, но нельзя врать. Вот это вот такой очень, это самое, обещающий какой-то, наверное, момент. Потому что, ну, знаете, не каждый чиновник так впервые так это признает. Вот, поэтому ну, будем надеяться, что хотя бы в этой области, вот это, ну это же какой-то ужас, особенно когда читаешь, какие там мили, ми, ми, миллионы, миллионы, миллионы... Откуда это? Как это, почему это? Ну, представьте, это, да, вот в какие-то... Слушайте, да даже вот царская да, коррупция, она тоже была коррупция, но даже если пересчитать, ну слушайте, ну до таких размеров даже не доходило там все-таки. Просто не доходило по таким масштабам воровства. И как же вы тогда на основе чего вы собираетесь как-то общество-то консолидировать? Поэтому, опять же, да, консолидация необходима. Да, э, сейчас наша страна стоит перед очень важным да, момент такой судьбоносный, очень непростой, тяжелый. Но для преодоления и для общей победы, которая, безусловно, необходима, Конечно, нужны какие-то другие действия. Другие действия нужно меняться. Почему? Потому что ну, такое время. Поэтому тут это, изменения, они неизбежны. И, кстати говоря, если внимательно изучить опыт Первой мировой войны, там ведь тоже, там тоже монархия с чем столкнулась. Кто саботировали, зарабатывали все эти миллионы денег, частные всякие эти производства. Почему? А потому что я частная собственность, а мне наплевать абсолютно, что вам там надо. А мне абсолютно наплевать, сколько там у вас солдат погибает. И поэтому там, кстати, государство, оно перестроилось. Оно, э, они создали параллельные уже структуры, да, имеющие отношение к государству. Вот. Другой момент, что было уже достаточно поздновато. Вот. Но надо же извлекать, опять же, уроки. Нам же и история для этого дана. Не для того же, чтобы это там просто там что-то какие-то громкие лозунги или какие-то там плакаты писать. Это кладезь, кладезь абсолютно знаний, кладезь опыта, но ну, надо его извлекать, ну что ж вы это самое. И такое ощущение, что прям идете вот и специально вот на те же самые грабли, вот, вот, ну просто на те же самые. Нельзя, история очень жестоко наказывает за незнание уроков. Да, мне очень понравилась фраза, что для консолидации нужны качественные изменения, только кто эти изменения будет делать? получается у нас мы не придем никогда к той настоящей консолидации. осознанием, нам на мой взгляд пока осознания этого нет. если бы оно было, ну наверное, да, заставило бы эту ситуацию это делать, вот. тут опять же вот, знаете, очень многие там вот, скажем, в семнадцатом году они были абсолютно уверены, что самодержавие отлично. Что оно опора, что стоит, все. И mm -hmm. во многих даже официальных газетах писали, что все-все-все, все хорошо. Что немцы уже голодают. Сейчас вот еще несколько это самое, и мы все вот. Никто даже сказать не мог, предположить. А потом раз, три дня и нету. Тут, понимаете, исторический процесс, он, он настолько многообразен, настолько он незаметен подчас, но когда перезревает что-то, да, когда количественные переходит в качественные изменения, он очень жестко бьет сразу. И не успеете оглянуться, и все. И поэтому вот это вот какая-то некая, ну, я не знаю, может быть, там есть все-таки у нас во власти какое-то понимание это. Но судя по действиям, которые, мне что-то как-то кажется странным. Потому что, ну, не видно это в каких-то делах, в каких-то поступках, в каких-то серьезных, да? Изменениях. Да, меня тут упрекают, что я спрашиваю, кто это будет делать. А молодежи слабо, что может сделать молодежь? Ну так. И это не упрек, а просто что, что лично я могу сделать. Ой, вопрос такой: что лично я аж, молодежь. <coughs> молодежь <coughs> разная, конечно, у нас. Я абсолютно не осуждаю молодежь. Я работаю с молодежью. И давно уже с ней работаю. Она разная, конечно. Вот, где-то потерянная, где-то больше понимают. Где-то, кстати говоря, меньше понимают, где-то занимают крайние какие-то такие позиции, не совсем плохо понимая последствия этих позиций. Вот. Кто-то не до конца все-таки разделяет понятие режима и родины, да, то есть это же сложное очень явление. Вот. Почему? Потому что ну, тут, тут очень легко ошибиться. И очень легко занять неправильную позицию. И превратиться, сам не успеешь оглянуться, как ты станешь предателем. В первую очередь предателем мы даже говорим не о власти, там, да, ни о чем. Предателем народ своего просто. Поэтому для меня здесь критерий простой. Нужно всегда оставаться частью народа. Нечего выпендриваться. знаете да? Нечего там это из себя там строить, там, кем бы ты там ни был. Вот. Нужно в первую очередь понимать, что наша страна, да, вот она вот в таком виде, в таком состоянии, но тем не менее, тем не менее, нужно оставаться и по мере сил стараться все-таки приносить какую-то пользу. Спасибо, Алексей Павлович, за прекрасный эфир. Я хочу напомнить нашим слушателям, что 25 мая в информационном агентстве «Аврора» пройдет авторский вечер Евгения Юрьевича Спицына. На этой встрече будет презентована его новая книга «Ложь и правда о советской экономике. Советская держава в период с 1945 года по 1985». Подробнее можете узнать по ссылке в описании. Я еще раз благодарю Алексея Павловича Синелобова. И, дорогие товарищи, до скорых встреч!